Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Гидеон, и сегодня я вам покажу игрушечку под названием Heavy Metal Machines. Совсем недавно я для себя открыл, и она мне напомнила про старые добрые гоночки, которые у нас были на Sega. От той самой известной сейчас, одной из самых известных компаний Blizzard Rock'n'Roll Racing. В общем-то, я думаю, разработчики вдохновлялись этой игрой, потому что очень многое здесь похоже именно на те самые гоночки. Но все же они отличаются и очень сильно отличаются. Потому что эти гоночки, это у нас по сути как бы гонки моба. То есть, для тех, кто не знает, жанр моба — это дота. Вот прям сразу становится все ясно. В общем, у нас есть карта с двумя участками. Мы начинаем посередине, и посередине же у нас будет лежать бомба. Бомбу эту хватаем и везем. В общем, сейчас я, наверное, буду играть за тягача. Вроде так он называется, я точно не помню. Давайте сейчас зайдем в магазин, посмотрим. А матч уже найден. Да, озвучка здесь, кстати, прикольная, мне очень нравится. Вот, придется теперь уже дождаться всех игроков. В общем, здесь много вот машинок разных есть. Благо, разрабы мне их всех дали. К ним же есть различные скины. В общем, больше всего мне напоминает это смесь... давайте я сейчас сразу выберу себе... А, транспортер он называется. Так, мы выберем скин. Вот, разрабы еще мне дали по одному. Да блин, ну зачем вы забираете первые места? Я ж... Ой, делать им нечего, да? Я взял сейчас транспортера. Это тот, кто должен, по идее, таскать бомбу. Нет, бомбы могут таскать все, но транспортер, он самый мощный, толстый. И, в общем, сделан просто вот именно для этого. По большей части игра напоминает это Rock'n'Roll Racing, потом небольшая примесь вот именно мобы, и все это как бы приправлено всякими вот такими небольшими элементами из Overwatch'а. То есть, начиная, например, от, видите, подсказок к каждой машине. У каждой машины, естественно, есть свои скиллы. И заканчивая, в общем-то, скинами, которые можно покупать, которые меняют машину. Все это сделано очень похоже. Кстати, здесь нет этих лутбоксов. То есть, в общем, вот такое сильное отличие от всех современных игр, где сейчас везде кейсы, просто везде кейсы, засилие кейсов лютое. Вот, а здесь все-таки их нету, и это, в общем-то, хорошо. Начинаем мы гоночку. Есть множество всяких вот таких вот моментов, которые нужно именно показать. Вот смотрите, здесь изначально обозначена трасса вот этим пунктиром. И вроде как, по идее, да, нужно ехать по ней. То есть, по идее, кажется, что другие пути, они недоступны. То есть, есть только трасса, но нет. Эта трасса, она работает только для того, кто везет бомбу. То есть, тот, кто везет бомбу, должен вихлять, поворачивать, вот делать всякие развороты. У кого нет бомбы, едут спокойно. То есть, для них нет никаких ограничений. Ну что, надеюсь, я не облажаюсь. Итак, вначале мы газуем. Если, кстати, газанем в зеленой зоне, то сразу же получим лютое ускорение. Вот так, как я сейчас и сделал. Ну, если бы я стоял на первом месте, я бы сейчас быстренько забрал бомбу. Но бомбу забирает у нас вражеская команда. Вот видите, он вихляет. И он не может ехать напрямик. Поэтому, в общем-то, его можно поджидать. Его можно валить. И так далее, и тому подобное. Ну где он там, где он там? А, блин, он за стеночкой. Да, ловите, что же он такой быстрый-то, ёлки-палки. А, мне кажется... Ну да, у него этот... гоночная машина такая. Больная. Но у них мощная команда. У них мощная команда, у нас что-то прям совсем не очень. Эй, ёлки-палки, я сгорел на лаве. Ничего. Ну... Где наши-то вообще все? Понятно, отлично. Они уже довезли. Это, кстати, довольно быстро. Обычно это дольше происходит. Парень молодец. Он умеет... Ох ты ж, ничего себе, как он... Классно ее зашвырнул. Блин, да. Да. А, они, видать, из какого-то клана под названием Квас, что ли. Похоже на то. В общем, да. Ребята умеют гонять. Первый раз встречаю такое лютое сопротивление.
до этого играл. Такого не было. Было норм. Вот он просто люто ускоряется. Что ж ты будешь делать-то? Где все наши вообще, я не понимаю. Как будто я тут один вообще с ними газую. Это просто какой-то пипец. Я сыграю обязательно на всех. Ну нет, он прям вообще, он супер крут. И этот парень прям знает, как управляться с этой машинкой. Кстати говоря, сложность на ней максимальная. Комментатор меня радует. Давай, забираем. Где бомба? На. Ух ты ж, да, меня рванули. Он все время пытается вот так ее закинуть, но у нее не получается. Зачем он это делает? Можно же просто подъехать и забросить ее туда. Ну все, он сейчас уже закинет. Да. Как я и говорил. Это будет быстрый матч, очень быстрый. Вообще, на самом деле, матчи могут очень сильно растягиваться. Например, довезли до конца, потом кто-то схватил и опять через всю трассу. Ну, кстати, один бот, кто-то ливнул, потому что понял, что здесь... Так просто не затащить. Ну. Газуем. Я ускоряюсь нормально. Ну, во-первых, какой-то дурак занял мое первое место, которое... ну, я не могу забрать ее, потому что просто не успеваю. Мне бы с самого начала начать. Ну, конечно, его еще ремонтируют, естественно. Даже без этого. Меня метелят, будь здоров. А что ж ты будешь делать-то? Давай, ускоряйся. О, нет. Прям дичь. Даже если я заберу бомбу, меня просто раскатают. Потому что у них уроны прям супер. Супер уроны. Все, он уже на финишной. Нет, меня еще и взорвали. Прям взорвали на этой же площадке. Суть еще в том, что вот эта зона, видите, отмеченная перед, по сути, воротами, да? В ней машина теряет бомбу сразу же, мгновенно. Поэтому нужно прям закидывать или прям залетать, чтобы она по инерции туда залетала сама дальше. Но ее можно и перехватить там, опять же. Ох, да, ничего, красавчики. Так, играю я за здоровенного засранца, который будет забирать бомбы. Давай. Оп, красавчик. А, что ж ты. Тихо. Ага. Решил раздавить, да не выйдет. Дави их. Ё-моё! Вот я залетел-то, пипец. Ох, ёлки-палки. Ну, чувак просто вообще, блин. Да. Чувак умеет, могёт. Прям практикует. Это красота. Зря я выбрал эту тачку на этот бой. На эту гонку. Потому что, блин, он без меня неплохо. Лучше бы я какого-нибудь на урон взял. Огневика взял. На норм вообще, на ней неплохо дамажу, в принципе. О, как стартует, блин, вообще зашибись. Опа. Стой.
Опа! Готов. Эх, куда я улетел-то? Да, забирай, молодец. Да куда ж она улетела-то? Давай, закидывай. Yes, красавчик. Фух. Прям так, шух, грамотно закидывает вообще. По фасту. По фасту с ним играешь. Так. Опять забрал, блин, вообще красава. Самое, блин, сложное — это научиться обилки правильно применять. Еще и вовремя, с учетом всех, блин, инерций. Вот это вот самое, конечно. Ах ты. Ай-яй-яй. Черт, не закинул, не закинул. Давай. Блин, он кидает просто мастерски. Просто. Да. Умеет магиот прям. Раз, вот, блин, я офигеваю. Раскрутил, раскрутил и отпустил вовремя. Да, офигеть. Я, конечно, в этом бою просто буквально лишний был, потому что я взял, ну, совершенно не ту тачку, не ту, которую нужно было брать для этого боя именно. У меня сдерживание толпы больше всего. Я здесь лучший в бою по сдерживанию толпы. Владение бомбой даже 1%, чуть-чуть совсем. Итак. Давайте возьмем сейчас ДДшную машинку. Вот это вот. Мне нравится, она удобная. Ну ладно, давайте на четвертом, значит. Мне-то пофиг. Главное, что вот видите, перехватчик взял первое место. Так, в общем-то, и должно быть. Так и правильно. То есть он должен стартовать, он должен еще уметь быстро стартовать. То есть именно вот с этого, с зеленого отрезка. И сразу же забирать бомбу, и все. И тогда все будет отлично. Главное еще, чтобы его чинили, пока он едет к финишу. Ну что, осталось 5 секунд. У каждой машины, кстати, есть закись азота. Она всегда на Е. Ну и у каждой машины, конечно, есть ульта, помимо обычных обилок. Здесь у меня на Q, не могу сейчас, кстати, включить эту менюшку с обилками. На Q идет круговая, типа вокруг меня все горят. А на W я такой шар запускаю, который отражается еще там от стен. И, естественно, мочит противников. Так, ну что, отлично. Давайте, давайте, давайте. Давайте-ка. Ах ты ж, пережал. Если пережать, то ты назад тебя стартуешь вообще. Ну ладно, я не на главной позиции. Так что норм. Управление, кстати, происходит не клавишами, а мышью. Что, в общем-то, необычно. Опа. Ну, оно прям очень интуитивное. То есть вы проходите начальное обучение и вообще прям все зашибись. Сразу все ясно. Жги, жги его, жги. Отжечь этого с бомбой. Его, конечно же, чинят. Ай-яй-яй. На тебе.
Главное, в лаву вот эту не попадать, которая по краям, потому что она... Ай-яй-яй-яй-яй, вот и я это сделал, конечно. Ну то, но-но-но-но-но! Что ж ты будешь делать? Он уже приближается. Так, он затупил. Затупил. Да! Да блин, берите ее! А, боже ты мой! Нет! Блин. Я сам не схватил ее вовремя. Эх, почти. Давай, Рафаэла. У нас крутая. Всегда так бывает. Играешь не на запись. Играешь не на запись. Убеждаешь, все, зашибись. Включил запись, да что ж происходит-то вообще. Вот. Вот ускорился прямо. Кстати, тут даже фразы, в общем-то. От рок-н-ролла. Мне бульту набрать, вот это было круто. Да что ж ты... Иди сюда. Ёлки-палки. Жгите вы его, жгите. Ай-яй-яй. Ну что ты, ты меня сейчас взорвут. Блин. Взорвали все-таки. Ну, почти добили его. Фух. Где он там? Что там происходит? Ну и что это Рафаэл делает? Ай, по-моему, он в лаве только горит. Все, закинули. Да что такое? Нет, не понял. Почему? А вот же бомба-то. Не закину. А, ну вот теперь закину. Что-то я не понял, что это было. Три, два, один. Да стой ты. Дай ты килки. Эх, не попало. Бой с бомбами. Да, схватили. Есть. Есть. Давай. Ну, где? Что, забрали, что ли, опять? Блин, проскочили мимо. Жарь его. Но! А, не передают вечно ее. То есть теряют, передают. То это уже просто так не заберешь ее. На тебе. Что ты будешь делать-то, а? Ай! Ах, ты ж не вышла! Ах.
Ну что ж, и в третий раз давайте сыграем за поддержку. Это у нас будет вот такой вот моташник. Мы поставим такой странный скин. В общем, что он может? Он у нас может связываться с союзником, ремонтировать его, разбивать ближайшего врага. Это, кстати, очень удобно. Ну, за Эксиазот стандартная. И особый навык всех обезоруживает. Ну, поехали. Ну что, начинаем справа, значит, тащим налево. Погнали. Они уже забрали бомбу, ну зашибись. На тебе. Чиним, чиним, чиним. Блин, блин, только не в лаву, только не в лаву. Какая же тут лютая инерция все время, я не могу. Так уносит просто. Вот, вот самая главная проблема, то, что тебя люто уносит всегда. То, что он вот так вот должен все время скользить по трассе. Давай, давай, гони, гони, гони. Ну что ж такое-то, елки-палки. Ладно, давайте, ну блин, ускорьтесь, возьмите первые, ну что ж такое-то, а? Они вон стартуют с первой позиции, молодец, и прям все зашибись. Чё ж наши-то не такие? Что же у нас-то все не так? Вот, вот так надо стартовать, блин. Что с четвертой позиции нафиг всех обгоняешь? Вот как мне что-то делать, блин? Ну, давайте, отремонтирую хоть кого. Надо этого лечить, лечить, блин. Подохнет сейчас, если я сам не подохну раньше. Ну, что я должен делать? Есть, есть, есть! Нет, пошли нафиг. Давай. Только не в лаву. А, боже, вот этот маленький закуток лавы меня убил. Какого дьявола, черт побери. Давай, чувак, тащи. Сейчас ты как раз подъедешь к центру, и я уже резнусь. Давай, 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 давай. Давай, мы не должны сливаться. Не должны, блин, сливаться. Ну, быстрее, быстрее. Нет, нет, нет. Ремонт, ремонт. Быстрей. Бой с бомбами. А, зараза. Ну что мне делать в этой толпе? Ульту юзанул, но, блин, это не спасло. Черт возьми. Да не выносит-то прям. Вот тут движняк. Мы взяли, взяли, взяли ее. Взяли ее, взяли. Где он там? Да не того ты лечишь! Давай, давай, давай. Где бомба-то?
Они уже увозят ее. Что вы тут делаете-то? Я еще заеду за этим, как будто бы он что-то может. Как будто он, блин, он знает, что делает. Ну да, она уже на нашей стороне, ясен хрен. Где он там? А, блин, он... Сейчас. Зараза. Взорвали. Ну. Блин. Быстро они на этой гоночной машинке доставляют. Капец прям. Ну, может, что-то... Не, вряд ли, конечно, уже что-то получится, но ладно. Мы попробуем. Газуем. Лечи его, лечи. Давай. Ух! Вот это взрывчик. Вот это мощно. Зараза, как быстро везет-то, а? Ну, у нас бомбы перехватили. Что ж ты будешь делать? Зашибись. Вот так. Давай. Лечи. Черт, где бомба? Да отвяжись ты от меня, зараза! А, тварь. Все, опять забрали. Давай. Газуем. Так отстали от меня, уроды. Ну и что мне с ним делать? Ну я хотя бы по лечению на первом месте. Да. Ну что ж, дорогие друзья, на этом у меня все. Надеюсь, вам понравилось и кто-то оценил эту игрушку, потому что она сделана реально в духе старой школы. Здесь смешано очень много всего. Я думаю, разработчики хотели взять, на своем уровне, вот именно в таком в изометрии. Хотели взять самое лучшее от всех вот мультиплеерных игр, которые сейчас в топе, и внедрить это в свою игру, плюс взять вот эти наработки старой школы, все это объединить.
В общем-то, получилось неплохо, но на данный момент, конечно, все-таки немного однообразно. Хотя, если вам нравятся вот именно вот такие гонки, то это прям самое то. Очень клево. И скины, и оружие, ну, классно сделано. То есть, у каждой машины есть индивидуальность, ты ее можешь прокачивать. Кстати, дальше еще после того, как ты прокачаешь машину, у тебя будут особые навыки, которые ты можешь получать за уровни, они улучшают твою машину. Это классно. Это очень клево. Ну что ж, дорогие друзья, на этом у меня все. С вами был Гедеон. Всем спасибо и до следующей миссии.